привет! Поговорим о праздниках 26 марта. И один из них – День матери в Великобритании. Еще День внутренних войск МВД Украины, День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства в Белоруссии. И еще фиолетовый день – День больных эпилепсий. А в народном календаре Никифоров день. Именины в этот день отмечают – Александр, Григорий, Кристина, Михаил, Николай и Терентий. В этот день в истории есть знаменательные события. В 1162 году войска Фридриха I Барбароссы захватили Милан. В 1328 году Иван Калита получил от хана Узбека ярлык на княжение Костромское. В 1828 году состоялся единственный авторский концерт Франца Шуберта. В 1937 году установлен первый в мире памятник мультипликационному герою моряку Папаю. Еще в 2003 году на Марсе найдено замерзшее море. И в 2006 году начала работу социальная сеть «Одноклассники». И родились в этот день, в 1875 году, Роберт Фрост, американский поэт, четырежды лауреат Пулитцеровской премии. В 1900 году Александр Лизюков, советский военачальник, герой Советского Союза. В 1914 году Уильямс Теннесси, американский прозаик и драматург. В 1938 году Алексей Петренко, советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. В 1949 году Патрик Зюскинд, немецкий писатель и киносценарист. В 1951 году Алексей Булдаков, советский и российский актер театра и кино, народный артист России. И в 1945 году Кира Найтли, британская актриса. На сегодня все. Спасибо, что вы нас смотрите. Не забывайте ставить лайки. Всем пока!